Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Рано утром шеф приехал по делам в городской суд. Ну зачем вам понадобился Максим? Вы ведь его совершенно не знаете. Опустите руку, я уже все рассказал на суде. Ну подождите, ну вы ведь для него совершенно чужой, а я мальчика с пеленок знаю. Отступитесь, он должен жить со мной. Через неделю судебное заседание, там и поговорим. Пустите руку! Мне некогда. Да не расстраивайтесь, так все образуется. Да отстаньте вы от меня! Тут детей посреди бела дня воруют, милиции, суду, никому дела нет! Знаете, я частный детектив. Если понадобится помощь, то обращайтесь. Меня зовут Нина. Помогите мне, пожалуйста. Пойдемте на улицу, я вам сейчас все расскажу. Свидетель Насонов! Кто здесь свидетель Насонов? Быстро в зал заседания проводите! Вы знаете, прямо сейчас не получится, но где-то через час я к вашим услугам. Хорошо? Да, спасибо. Нина, вы извините, я немного задержался. Так что у вас случилось? У меня были друзья, семейная пара, Света и Миша. Недавно они ушли из жизни. Несчастный случай. Сначала со Светой, потом с Мишей. А, злой роб какой-то. Остался сын. Максим, ему 3 года. Я мечтаю мальчика усыновить. Он мой крестник. Своих детей у меня нет. И что мешает вам это сделать? Кто? Вы видели это чудовище в коридоре. Мужчина, который с вами разговаривал? Да. Его зовут Андрей Климов. Омерзительный тип. Он предъявил права на моего мальчика. Ну а на каком основании? Он что, близкий родственник? Да хуже, он его отец. Так, стоп. Вы только что сказали, что отец мальчика погиб. Настоящий отец. А этот Климов самозванец. И все ему верят. Вот знакомьтесь, это мои помощники, Федор и Юля. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А это наша новая клиентка Нина Крылова. Нина Крылова рассказала детективам, что была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила отцовство Климова. Однако женщина была уверена, что самозваного отца интересует только квартира Мишаковых. Нина, вы знаете, не хочется трогать память вашей подруги, но бывает так, что женщины не всегда рожают от своих законных мужей. Ой, да знаю, знаю. А бедные мужья воспитывают чужих деток. Да нет, это не про Свету с Мишей. Нет, это не тот случай, нет. А откуда у вас такая уверенность? Ой, да я знаю про ребят все. Роман их, Света и Миша, он вообще завязался на моих глазах. Я жила тогда у Светки. Максим, он родился при мне. Я нянчила его, знаете, как родного. То есть вы видели это все своими глазами? И это были вообще чудесные ребята, широкой души. Мишка такой был блестящий журналист, умница, интеллектуал. Света, она по нему вообще просто вот, ну, она его боготворила. Ну, допустим, хотя вы можете ошибаться. Раз я говорю, знаю, что не было, значит, не было. Но я бы знала, что этот Климов появился. Я вообще только месяц назад узнала. Вообще, это о чем-то говорит? Ну, например, о том, что ваша подруга была скрытной. И, возможно, еще один вариант. Может быть, речь идет об изнасиловании? Ох, Господи, я и не подумала. Ну, в таких случаях женщины могут скрывать это даже от самых близких. Ну, хорошо, Нина, я вас понял. Как только появятся новости, я вам сразу позвоню. До свидания. Ну что, пока 3 версии. Первое, что Климов был тайным любовником Светланы. Вторая, что Светлана была когда-то изнасилована Климовым. Зачем насильнику этот ребенок? Отцовские чувства взыграли. После смерти родителей мальчик остался единственным наследником 3-комнатной квартиры. Так что есть из-за чего сыр-бор затевать. Ну, есть еще 3-я версия. Фальшивая экспертиза с целью завладеть квартирой ребенка. Я сейчас поеду в институт генетики. Экспертизу проводили там. А вы пока соберите информацию на Климова. Съездите по его адресу, поговорите с соседями. А известно, кто проводил экспертизу? Да. Кандидат медицинских наук Сойкин РГ. Может быть, Роман Григорьевич? Поехали. Ростислав Германович, к вашим услугам. Ну? Зачем я понадобился частному детективу? Вот в этом заключении указано, что господин Климов с вероятностью 99,75 является отцом Максима Мишакова. Зачем вы мне все это пересказываете? Это я написал. Моя клиентка, Крылова, считает, что этого не может быть. Сначала она сама мне нервы трепала, теперь вас сюда прислала. Она была у вас? Странно, мне она ничего не говорила. Ну, конечно, еще бы. Иначе вы бы 30 раз подумали, прежде чем браться за ее дело.
Судите сами. Что же это вы такое пишете, товарищ Сойкин? Всякую галиматью. А серьезные люди читают, делают серьезные выводы. Вот, не дали как ИСУ, я подала в суд. Вероятность происхождения ребенка от Климова 99,75%. Вы вообще вот мне объясните, такое вообще может быть или нет, а? Вы для начала успокойтесь. И объясните мне, в чем проблема? 99,75%. Это значит не 100% вероятность, что он отец ребенка. Да вы просто шарлатан от науки. Знаете что? Во-первых, у меня есть ученая степень. Во-вторых, я работаю в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. А в-третьих, покиньте кабинет. Никуда я не уйду. Я никуда не уйду. Я сказал вон отсюда. Пока вы не признаете свою ошибку. В чем я должен перед вами признаваться? Что ваша вот эта вот экспертиза – это гнусная ложь и фальсификация. Ну как, что нарыло на Климова? Не был, не привлекался, служил много лет в армии, уволен в запас, не работает, недавно развелся. А у тебя? Ну, у меня все отлично, в смысле, все плохо. Это как? Ну, суди сама. Первонаперво наткнулся на соседку Климова, которая, к тому же, имеет на него зуб. Основное хобби – сериал и слежка за соседями. То есть тянуть информацию клещами не пришлось? С соседями не здоровается, и по ночам у него бессонница, громко включает телевизор. А недавно от него жена сбежала, он чуть не вздернулся, потом после этого лечился в психушке. В общем, вот такая старушенция. Ну, на этом хорошее заканчивается. Хорошее. Садись-ка лучше в машину, по дороге все расскажешь. Нина Крылова просит детективов спасти сына и ее погибших друзей, супругов Мишаковых. Некий Климов пытается выдать себя за биологического отца ребенка и добиться его усыновления. Настоящая цель Климова – не ребенок, считает Нина, а дорогая квартира Мишаковых. Нина убеждена, что результат анализа ДНК сфальсифицирован экспертом-генетиком Ростиславом Сойкиным. Однако в ходе расследования Алексей Насонов понимает, что к делу причастна и медсестра Зубова. Алексей Насонов позвонил своему другу Петру Уварову, следователю из уголовного розыска. Слушай, у моей клиентки погибли друзья, Светлана и Михаил Мишаковы. Проверь, пожалуйста, для меня, не было там ничего криминального. Да, Светлана и Михаил. Давай, жду. Устал? Но кажется, есть результат, который в корне меняет всю ситуацию. Сойкин выдал фальшивый результат экспертизы? Нет, Сойкин выдал точнейшие результаты. Но по тому образцу крови, которому подсунула медсестра. А вы хотите сказать? Я хочу сказать, что для анализов кровь берет медсестра. У Климова кровь должна была брать медсестра Ирина Зубова. И она у него взяла, правда, очень своеобразно. Загадками говорить, Алексей Викторович. Слушайте, на самом деле устал. Разговаривать сил нет. Я записал наш разговор, смотрите сами. Взять анализ крови прямо у них на глазах. А так, я думаю, еще одну пробирочку с крови Климов не привезет. Ну, там, если проверка какая будет. А Сойкин как себя ведет? А что Сойкин? Свято верит в свою правоту. Все, как я и говорила, купить его нельзя, зато можно легко обмануть. Чего-то я ничего не понял. Не, ну, то есть я понял, но это какой-то абсурд получается. Выходит, что Климов отдал на экспертизу пробирку с кровью умершего отца мальчика? Интересно, а где он ее мог взять? Мужик же мертв. Значит, жив. Зовут его Михаил Мишаков, запомните, потому что мы начинаем его искать. На кладбище, что ли? Очень смешно, Федор. С завтрашнего дня садитесь на хвост Климова и наблюдайте за ним до тех пор, пока ситуация не прояснится. Алексей Викторович, вы забыли, что он на квартире не появляется? Где мы его отлавливать-то будем? А вы забыли, что именно на квартиру ему приходят повестки из суда, корреспонденция, счета за квартиру? Задание вы получили? С завтрашнего дня выполняйте. Вперед. Помощники дежурили у дома Климова 3 дня, прежде чем расчет шефа оправдался. Стоп, это не дело, он сейчас нас засечет. Смотри, оглядывается. Вижу. Наверное, соседи рассказали, что им интересуется. Ладно, давай так. Я буду его вести, ты садись за руль. Детектив встретился со следователем Уваровым, который собрал для него информацию о семье Мишаковых. Значит, сначала о Светлане Мишаковой. Судмедэкспертиза, причина смерти – падение с высоты. Ну, а проще говоря, женщина упала с балкона.
что привело к травмам и несовместимым с жизнью. А как, сама упала или помогли? Да нет, ты знаешь, в предписании написано, что стояла на балконе, хотела поправить антенну. Потеряла равновесие и упала. Ну, какое-то странное объяснение. Мишаков погиб спустя 2 дня после ее смерти. Ехал на своей машине, видимо, поддал немного с горя и зацепил своими «Жигулями» патрульную машину. По требованию не остановился. Догнали? И да, и нет. Он заехал на мост, а шел на приличной скорости, да и дождь прошел. Одним словом, потерял управление, перелетел через перила и подняли его спустя 4 часа. Но труп Мишакова там так и не нашли. Там течение сильное, на это и списали. Тебе не кажется, что это все похоже на инсценировку? Зацепил патрульную машину, надо же. Думаешь, он хотел, чтобы все думали, что он умер? Ну, похоже на то, только я пока не знаю, зачем ему это нужно. Насонов узнал, что незадолго до исчезновения Мишаков пытался устроиться в местную городскую газету. Алло, Юль, он зашел в подъезд. Улица Центральная, дом 3. Давай сюда. Узнай, в какую квартиру он вошел. Да не могу, я узнать, тут домофон. О, открыли, я тебе перезвоню. Частный детектив, моя фамилия Насонов. Вот по моей информации, какое-то время назад у вас работал такой журналист Мишаков. Нет. Как вы говорите? Мишаков. Нет, эта фамилия мне ничего не говорит. Хотя мог и запамятовать. Ну, посмотрите фотографию, может, вспомните. Погодите. Кажется, что-то припоминаю. Что с ним? Этот человек обещал мне нарыть сенсационный материал и пропал куда-то. А что за материал? Я вам расскажу, только вам это будет кое-что стоить. Интересно, сколько? Нет, нет, вопрос не о деньгах. Дело вот в чем. У меня на следующей неделе в колонке расследования нет материала. Я пришлю к вам в агентство «Человечка», и вы расскажете ему несколько хороших историй. Пойдет такая плата? Да не вопрос, конечно, присылайте. Мои помощники будут только счастливы, у них столько историй. Так вот, этот мужчина пришел ко мне устраиваться на работу. Нет, рекомендации, брат, у тебя хорошие, но сразу в штат взять не могу. Вольным стрелком, пожалуйста. Ты сам понимаешь, должен же ты себя как-то проявить. Ну хорошо, дайте мне какое-нибудь задание. Что ж тебе поручить-то? Да ты садись, в ногах правды нет. Все. Слушай, есть вот одна тема. Слышал про такого Краснокутова? Ну как же, наш модный психолог. Помощь при депрессиях, при суицидальных состояниях. Вот именно. Теперь слушай сюда. За последние 1,5 года 3 его клиентов покончили жизнь самоубийством. Это факты. А теперь сенсации. Один из этих несчастных оставил своему психологу квартиру. Как тебе такой коренкор? Вы думаете, какой-то криминал? Ну, вот ты и раскопай. Я чувствую, что-то неладно с этим психологом. А если что, раскопаешь на этого психолога, считай, что место у тебя в кармане. В тот же день детектив Насонов встретился со следователем Уваровым еще раз. Уже 4-й клиент Краснокутова, который окончил жизнь самоубийством, повесился в парке на дереве. И как в предыдущих случаях, прямых наследников не оказалось. Завещание на квартиру составлено на явно подставное лицо, связанное с Краснокутовым. Ну так и что же вы бездействуете? Здесь явно состав преступления. Вот здесь ты не прав. Граждане уходили из жизни совершенно добровольно. Но есть у меня подозрение, что это он программировал их. То есть ты хочешь сказать, что самоубийство самое настоящее, не инсценированное? Именно. А если инсценированное, то так блестяще, что криминалисты не могут ничего взять и доказать. Сейчас за Краснокутовым ведется оперативное наблюдение. На сегодняшний день установлено, что к нему захаживают кое-какие людишки из криминального мира. Ну, это могут быть клиенты. Видеонаблюдение за ним ведется? Конечно. Мы фиксируем всех, кто к нему приходит. Хочешь взглянуть на визитеров? Ты просто читаешь мысли.
Пытаясь разобраться, почему Андрей Климов настаивает на усыновлении 3-летнего Максима Мишакова, детективы приходят к неожиданному выводу. Отец мальчика, Михаил Мишаков, скорее всего, жив. Насонов приходит в редакцию газеты и выясняет, что Мишаков начал журналистское расследование в отношении известного психотерапевта Льва Краснокутова. Известно, что несколько пациентов Краснокутова покончили жизнь самоубийством, а свои квартиры завещали доктору. Господин Климов, собственной персоной. Ну, на ловца, так сказать, и зверь бежит. Мой совет, пока не дергаться. Что накосить? Молчишь? Ну что, обойдемся без вольного перевода. Сейчас сами все узнаем. Вы крепко спите. Вы слышите только мой голос. Вы слушаетесь моего голоса. У вас возникает непреодолимое отвращение к жизни. Это желание растет, становится все больше, заполняет каждую клеточку вашего тела. Вы, Андрей Климов, хотите прекратить свое земное существование. Климов признался шефу, что скрывает Мишакова на квартире у своих друзей. Мишка получил задание собрать информацию на Краснокутова. Он начал регулярно приходить к психологу под видом клиента и оставлять диктофон. Только спустя месяц удалось записать нечто стоящее. Краснокутов давал установку одному несчастному завещать квартиру и покончить счеты с жизнью. Я так понимаю, этим несчастным были вы? Именно. Я к нему после развода пришел, а он меня тепленького и обработал. Я жив-то остался только благодаря Мишке. Он нашел меня. Человека совершенно ему постороннего. Дал послушать запись. А я был тогда готов вены резать или прыгать. А сейчас запись послушал, все как рукой снял. Здравствуйте. Наш человек, детектив. Его наняла Нина, твоя подруга. Он сможет нам помочь. Поймите, мои друзья из милиции уже давно наблюдают за Краснокутовым, но им пока не хватает фактов. Никакой милиции. Никакой милиции у меня сын. Если я что-нибудь расскажу, они его убьют. Хватит того, что я потерял жену. Бандиты инсценировали несчастный случай и сбросили ее с балкона. Это месть за то, что я к ним сунулся. Это случилось на следующий день после того, как я отнес пленки в милицию. С таким же успехом я мог отдать их прямо в руки Краснокутову. Ты, падла, против кого войны пошел? Да я тебе, гад, в порошок сотру. Сколько у тебя еще записей есть, отвечай? Больше нет. Врет гнида. В ментовке сказал, что еще 3 есть. Ты плевок против больших людей пошел. Ты что, еще не понял? Жена твоя только первая ласточка была. Молча! Я понял. Даже если я отдам пленки, все пленки, они меня приговорили. Я наврал, что пленки находятся на даче. Мы поехали туда. По дороге мне удалось бежать. И прибежал ко мне. Мы разработали целый план. Я инсценировал свою смерть. И никто, даже самые близкие, даже сын не знали, что я жив. А я должен был выдать себя за настоящего отца Мишкиного сына. Добиться его усыновления. Но потом мы планировали уехать из города. Сначала все шло как по маслу. Мы подкупили медсестру. Сделали фальшивый анализ ДНК.
И вот тут появился я. Я не прошу мне помочь. Я прошу вас, оставьте нас в покое. Вы знаете, что сын будет жить с родным отцом. Скоро суд. Максима отдадут Андрею. И мы уедем из города. Если уедете, Краснопутов будет продолжать убивать ни в чем не повинных людей, да еще и наживаться на этом. Мне плевать. У меня убили жену, я сам труп. Мой сын сирота. Я не хочу спасать мир. Я хочу растить сына. Он единственное, что у меня осталось в этой жизни. А вы что скажете? Если они узнают, где Мишка, они найдут способ его достать. Вы не сможете его защитить. За себя я не боюсь. Но я должен усмирить Максима. А мертвым я не смогу это сделать. Ну, вас я понял. Спасибо за информацию. Сами справимся. До свидания. Алексей Насонов позвонил Краснокутову и записался на консультацию. Ну все, договорился. Завтра в 10 я у него. И что вы ему скажете? Ну, пока не знаю. Но главное, чтобы его легенда заинтересовала. Точнее, чтобы его заинтересовала моя квартира. Но это же опасно, Алексей Викторович. Он владеет гипнозом. А если он вам внушит мысль... прыгнуть с моста, например. Федор, да успокойся. Я не внушаемый. Гипноз на меня не действует. Ну а вдруг? Все бывает в первый раз. Может быть, мы вас все-таки прикроем? Так, а вот это ни в коем случае. Я вам запрещаю даже смотреть в его сторону. Ну все, все, до завтра. И все-таки я за него боюсь. Это же может быть очень опасно. Как ты думаешь? Знаешь что, догони-ка его и положи ему жучок в карман. Давай, давай, он нам потом еще спасибо скажет. На следующий день шеф пришел на сеанс психотерапии к Краснокутову. Столько лет мы с ней вместе прожили. Тут, знаете, как гром среди ясного неба. К лучшему другу ушла, а? Да, это тяжело. Да чего ей только не хватало. Квартира большая, дом в центре на Петровской, может, знаете. Счет ей в банке открыл, денег не жалел. А родные? Да родных никого. И вот она теперь. Да я руки хотел на себя наложить. Потом подумал, нет, буду бороться. Ну что ж... вашу проблему я понял. Могу предложить вам два способа. Первый традиционный, но он может занять несколько месяцев. А можно и быстрее снять стресс с помощью гипноза. Я хочу закончить побыстрее. Давайте гипноз. Ну что ж, давайте руку. Левую, правую? Любую. Вы закрываете глаза. Вы закрываете глаза. Ваше дыхание замедляется. Вы погружаетесь в глубокий сон. Глубокий сон. Так. А сейчас Краснокутов... звонит по телефону. Странно. Включи звук. Кость, привет. Это я. Слушай, тут у меня клиент. Острая депрессия после развода. А Насонов Алексей Викторович, 67-й год рождения. Пробей-ка его, пожалуйста. Что за фрукт? С виду покон. Я все понял. Сейчас из него все вытрясу. Ужас, что же делать? Он сейчас ему все расскажет и про Мишакова, и про Климова. Где они скрываются? Так, спокойно, без паники. Надо его отвлечь. Помощники Федор и Юля разработали план спасения Алексея Насонова. Федор должен был перебраться с соседнего балкона на балкон психолога, чтобы попасть в квартиру и предупредить шефа об опасности. А Юля отвлечь Краснокутова. Представляешь, могу в квартиру попасть, а там у меня утюг включен. Дверь дорогущая, просто чтобы МЧС не вызывать. Можно я через балкон у тебя спущусь? Ну, там минутное дело, открою просто изнутри, ладно? Спасибо большое. У кого находятся записи, которые сделал Мишаков? Одна у меня. Где другие, не знаю. Где сейчас скрывается Мишаков? Черт.
понесло. Привет, милый. Ну, провожай девушку на рабочее место. А то время деньги. Алексей Викторович, просыпайтесь, Алексей Викторович, вас раскололи. Надо уходить. Федор, не мешай работать. Сорвешь всю операцию, уходи отсюда, быстро уходи. Что вам надо? Ну, это квартира 550. Нет. Быстро, я сказал, уходи. Быстро. Ну и куда вы полезли, орлы? Чуть всю операцию нам сорвали. Но у меня тут под каждым кустом по оперативнику сидит. И у Мишакова под домом тоже. Мы хотим все это осиное гнездо разворошить. Поняли теперь? Благодаря проведенной операции Краснокутов и его подельники были задержаны. Мишаков выступил свидетелем на суде.